Чувашии введен новый порядок работы медорганизаций. Согласно распоряжению Минздрава, с этой недели больницы и поликлиники не будут проводить дни открытых дверей, а также диспансеризацию населения. Кроме того, приостанавливаются выезды мобильных бригад узких специалистов и проведение профилактических медицинских осмотров. Как уточнили в региональном Минздраве, временный порядок работы медорганизаций вводится на основании распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, в Чувашии действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В республике запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Приостановлен заезд детей в детские оздоровительные лагеря. Органы власти перешли на дистанционный режим работы, а также приостановили прием граждан по личным вопросам.